наша программа называется «Тандемократия». И мы говорим о том, что все уникальное, что возникает в нашей жизни, то, что мы создаем, мы всегда создаем в тандеме. Очень много стартапов, которые разваливаются, потому что они не договорились с самого начала. Очень много плохих и испорченных отношений. Мы даем очень много работы психологам, коучам, которые потом начинают зарабатывать большие деньги. А можно научиться создавать партнерство с самого начала. Это уникальная программа, которая позволит участникам научиться строить партнерство. На сегодняшний день этому не учат нигде, только в Московской школе управления Сколково. Вот. И строить партнерство, безусловно, очень важно, потому что многие предприятия – это партнерство, в котором есть более чем один учредитель, в котором участвует более чем один человек, который создает, строит этот бизнес. Вот. И если вы не хотите создавать креативный, уникальный, прекрасный проект, то не приходите на нашу программу. Любое созидание, оно невозможно в одиночку. Поэтому, если вы хотите достигнуть успеха, может быть, не только в бизнесе, но, может быть, и в творчестве, и у каждого великого художника, наверное, в тандеме он работал с музой. Когда люди вместе создают что-то, тогда получается очень много талантливого и прекрасного. И, наверное, Стив Джобс без Стива Возняка бы создал бы что-то другое. Но, может быть, в тандеме с другим человеком он создал бы не менее великое, но уже другое. Если вся ваша организация находится в тандемных отношениях друг с другом, наверное, это можно говорить о идеальной корпоративной культуре, в которой есть доверие, есть скорость, есть защита, есть творчество, без которого, без креатива, без которого ничего великое не создается. Мы уверены в том, что уникальные идеи, они не рождаются в замкнутых экосистемах. Что экосистема тандема – это уникальная вот такая как бы минимальная единица такого творческого союза, который позволяет этой идее родиться, а также сопроводить так далеко, куда человек не может пойти один. Эта программа будет, безусловно, полезна каждому человеку, который хочет создавать уникальный, креативный бизнес и также масштабировать свое предприятие. Наша целевая аудитория – это бизнесмены, это люди, которые также профессионально помогают создавать партнерства и тандемы, возможно, юристы, которые занимаются этими вопросами, топ-руководители, которые состоят в тандеме со своими учредителями и хотят также развивать бизнес. Мы ждем владельцев бизнеса, которые создают семейные партнерства, в которых мы хотели бы тоже разобраться и поговорить о создании там семейной конституции, допустим, или поговорить о том, как передавать бизнес, управление бизнесом своим детям. И это поможет им создать партнерство, создать компании, которые будут жить долго, создать компании, которые будут развиваться, и эти рельсы, на которых они поставят эти партнерские отношения, будут залогом длинного, стабильного успеха этой организации. В этой программе будет очень много всего интересного и много сюрпризов. У нас интересные спикеры. Мы приглашаем тех людей, которые могут и хотят делиться своими секретами тандем, своими секретами партнерств, у которых есть собственный опыт и которые также профессионально сопровождают партнерство уже в течение многих лет. Три модуля, три вопроса. Кто вы, с кем вы идете и куда вы идете? Каждый модуль будет отвечать на один из этих вопросов. Наверное, это основные вопросы, которые каждый из нас должен каждый день задавать себе по жизни. Мы будем говорить о партнерствах, мы будем говорить о тандемах, как отстраивать эти отношения так, чтобы они были конструктивными, так, чтобы они были бы креативными, так, чтобы в этих отношениях, в этих тандемах возникали бы интересные проекты и успешные проекты, которые будут удивлять и радовать этот мир. Записывайтесь на курс «Тандемократия», три модуля по три дня в Московской школе управления Сколково. Приходите и получайте инструменты, которые позволят вам создать такое партнерство, такой тандем, которому не страшен успех.